Таких, как она, в нашем кино почти не было. Яркая, сильная и свободная. Впереди бесконечный марафон больших и малых творческих побед. Но внезапно она сходит с дистанции. 1987 год. МХАТ собирается на гастроли в Японию. Незадолго до отъезда одна из ведущих актрис, Екатерина Васильева, кладет на стол Олегу Ефремову заявление. И уходит. Из театра, из кино, из своей прежней жизни. По стране ползут слухи. В прессе намекают на какую-то жизненную трагедию, катастрофу. Что еще может заставить актрису покинуть сцену? Но попробуйте представить, что с кем-то, кого вы знаете, случилось чудо. И оно изменило всю его жизнь. А ведь дело было именно в этом. Екатерина Васильева узнала, на что способна любовь. Верить оно должно, сердце не зря дано, сердце любить должно.